varsin selvästi. Ja lahtelaiset ovat pyristelleet aivan tässä ottelun lopussa, mutta valmista ei vain tullut nyt sitten syntymään. Ja tarjotaan yhtä mahdollisuutta ja sitten tietenkin pitäisi ehkä jo vasta Juuttingin ottaa mies iski. Yhden maalin viime kaudella, mutta kulma tulee jo nyt tässä näin ja etu tuolla paljon takaa. Toivonen! Sinnekö se leijailee? Kyllä! Käsi pystyyn! Maalin merkiksi, onko sadatään maalin tekijä? Ei, se on Jovanovic tietenkin, niin pisin pelaaja, lahtelaistoppari pääsee siihen palloon. Jovanovic, lahtelais kavennuksen puskee. Hyvä kierteinen pallo, Jovanovic. Siitä niin, katselee. Ja pikkuinen ujo tuuletus tuohon tilanteeseen sitten 2-1 KuPS johtaa. Они простили, сколько они в первом таре забивали, 5 моментов забивали, из них один какой-то. Да, Никита Андреев, номер 67. Это совсем другое дело. Понимаешь, вот есть основная команда, здесь молодежь. И там пишут. Первый тикен гол, да? Нюхов забил один гол, а сейчас второй. Мяч в ворота команды Леон забил один. Убоядинов. Хорошо, очень хорошо на Шамбиева, но Шамсиддин не справился с эмоциями. Зачем-то схватил за шею соперника. Сейчас «Зенит» начинает свою комбинацию, а здесь один полубояринов в центре, в опорной зоне. Ох, подача, и как он там оказался один, совершенно непонятно. Счет становится равным. 1-1. В центральной зоне оставляют одного игрока, и Сергей Иванов сравнивает счет.
Как так могло получиться? Как мог в зоне остаться один? Все началось с Шамсидина Шанбиева, который на чужой половине зачем-то нарушил правила. Видите, два центральных защитника оказались вместе. Пониже, конечно, можно сделать небольшую паузу, тем более, что подборы сейчас практически все за «Зенитом». «Бенфика», понятно, подсдулась и эмоционально, и физически. И уже вот так вот не спеша можно раскатывать на половине поля соперника и даже пяткой пас себе позволить на Назимова. И даже Назимов вот так вот штрафную может вбежать и отдать на Проничева. И Проничев под перекладину с левой ноги делает счет 5-1. Ну, наконец-то Максим выстрелил за 88 минут. Попал-то здорово в касание, и Назимова надо благодарить, потому что сделал все очень красиво. Классно обошел, вот на паузе, на выдержке, и отдал Проничеву ровно так, как надо. И Проничев 5-1. Идет благодарить человек, который отдал ему голевую передачу. Ну все, можно говорить о том, что «Зенит» побеждает «Бенфику». И если я не ошибаюсь, это самая крупная победа для нас в истории этого турнира. Забил Илья Кубышкин, номер 19. И в этом сборе Илья Кубышкин, номер 19.